теперь в Донецк. Три бомбы, сработавшие утром в центре города, были сброшены с беспилотника украинских силовиков. Об этом заявили в силовых структурах ДНР. Взрывы произошли в квартале, где находятся административные здания и гостиницы представителей миссии ОБСЕ. Сейчас на прямой связи наш специальный корреспондент в Донецке Андрей Руденко. Андрей, здравствуйте. Расскажите, какая ситуация к этой минуте и что известно о последствиях взрывов? Мария, здравствуйте. Утро для жителей Донецка началось тревожно. В центре города прозвучали три взрыва примерно в 9 утра по московскому времени. В данный момент на месте работают следственные органы, эксперты, взрывотехники, сотрудники Министерства госбезопасности, которые и устанавливают причину данного взрыва. На данный момент одна из основных версий — это то, что эти взрывчатые вещества сбросил беспилотник. Прозвучало, я вам напомню, три взрыва. Прозвучали они на центральном бульваре Пушкина города Донецка. Прозвучали они между административных зданий. С левой стороны от эпицентра взрыва находится школа общеобразовательная. Справа находится спортивный зал. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Ведь в этом месте, как раз в это время, находятся сотни, а может быть даже и тысяча детей, которые приходят с утра на учебу. Хочу еще раз повториться, на месте работают следственные органы, которые и установят суть и причину данного теракта, как уже здесь это называют. Студия. На прямой связи из Донецка был Андрей Руденко. Сегодня утром в центре города сработали сразу три взрывных устройства, сброшенных с беспилотника.